Спали? Нет, хорошо. Хорошо, я рад вас приветствовать сегодня. Сегодня у нас интересный план, потому что мы пройдемся с вами еще раз по презентации, укрепим ее. И сегодня мы разберем с вами дотошно, как я и обещал вчера, с чего состоит маркетинг, как он работает, почему он выгоден, как зарабатывать и получать большие доходы. Хорошо? Итак, начнем. Компания Kairos зарегистрирована в Лондоне. Это британская компания. На сегодняшний день компания Kairos является решением большой проблемы для корпоративного сегмента поставлением шифрованной продукции и, естественно, для конечных пользователей, частных лиц. Давайте разберем, почему же уникальна эта компания, в каком тренде она работает и как так получилось, что сегодня этот тренд, в котором представлена компания, растет и развивается. Первое, что нужно знать, это главный вопрос нашей презентации. Знаете ли вы людей, которые не пользуются интернетом? Я думаю, что таких, по крайней мере, очень мало, если они еще существуют. Да? Как говорит мировая статистика, 84% людей мира на сегодняшний день используют это средство, используют интернет. Есть часть людей, которые не используют. К сожалению, мы даже знаем почему, да, они не делают это. 88% пользователей на сегодняшний день озабочены безопасностью своих данных в интернете. Вы знаете, в период премаркетинга мы задаем вопрос, что интересна ли наша продукция, интересен ли наш продукт. Люди говорят, не совсем понятно, да, кому предлагать. Так вот, друзья, 88% всех знакомых можете смело предлагать, и они, судя по статистике, согласятся. Если вам человек говорит нет, значит, вы пали в 12%, и, скорее всего, интернет в его жизни не занял такую роль, как в жизни тех людей, которые здесь находятся. Мировая IT-отрасль растет в 3 раза больше мировой экономики, быстрее мировой экономики. Вы знаете, я люблю очень играться с экономическими статистиками, цифрами. Надеюсь, вы тоже любите, когда любое утверждение, убеждение основано на логике и на цифрах. Поэтому позвольте мне, пожалуйста, это делать на протяжении всей презентации. Главная идея, что сегодня вся мировая экономика делает 70 триллионов долларов оборота. Да, то есть это 70 тысяч миллиардов долларов в год. И если IT-отрасль растет в 3 раза быстрее, чем эта махина, то я думаю, на всех нас хватит и денег, и средств, и продуктов. И в компании Kairos, при том, что мы вчера познакомились с IT-разработчиком, с директором по развитию продуктов компании, и вы видели, как человек живет этим. Помните, да, PGP, это же все знают, что такое. Да. И судя по настроению этого человека, у нас еще на много-много десятков лет есть потенциал расти, развиваться и показывать невероятные тенденции. Поскольку безопасность сегодня является областью, вызывающей наибольшую озабоченность, с большой долей уверенности можно прогнозировать продолжительный рост рынка. И в принципе разработки, в которых работает компания Kairos, это подтверждают. Рынок облачных сервисов растет на 25% в год. Да? Знакомьтесь, это наши звезды приглашенные. Добрый день. Да, вот не каждому же можно попасть в видео нашей презентации. Что еще интересно, 75% малых и средних предприятий на сегодняшний день не создают собственное облачное пространство, а банально покупают это у аутсайдерских компаний, которые это создают. То есть, почему? Потому что это дешевле, выгоднее, а вы знаете, основной принцип предпринимательской деятельности, да, заработать максимальные деньги при минимизации затрат. Поэтому это сегодня очень актуально. Рынок облачных сервисов будет развиваться быстрее рынка IT, который развивается в 3 раза быстрее мировой экономики, помним. Да? Демонстрируя 50% среднегодичный рост. Вы знаете, одним из самых больших рынков в мире услуг является рынок туризма. Не понаслышке знаю статистику этого рынка. И на самом деле представьте, что рынок туризма растет на 10-12% в год, и при этом ежегодно люди становятся миллионерами с этой отрасли.
то представьте, что когда 50%. Итак, почему мы считаем, что все эти моменты и наши продукты априори являются важными для всех наших покупателей, для всех наших клиентов, как частных, так и корпоративных? Первое, наверное, самое важное, боитесь ли вы за сохранность своей переписки? И мы сейчас, друзья, говорим не о том, что мы собираемся писать какие-то страшные письма в Пентагон. Нет, мы сейчас говорим о том, что я хочу общаться со своими друзьями так, чтобы об этом общении не знали третьи лица, тем более мне неизвестные. Правда? И как-то спокойнее становится. Храните ли вы свои фотографии в месте, где могут посмотреть другие? Но судя по тому, что фотографии звезд появляются ежедневно в интернете, скорее всего, это очень актуально, да? У нас с вами почему это пока не волнует? Потому что мы пока не настолько известны, как, допустим, Бритни Спирс, да, которые фотографии там всех интересуют. То есть, но на самом деле, а наши с вами фотографии, которые мы храним в интернете, сегодня являются доступны любому человеку. И на моих глазах показывали, как легко взломать мой почтовый сервис, и вообще это несложно, меня это напугало на самом деле. Не уверены, что ваш документ не прочитает кто-то другой. Ну, честно говоря, вот знаете, мы часто с друзьями переписывались и переписываемся идеями, которые появляются. И бывало такое, что непонятно, как эта идея реализовалась другим человеком или другой компанией. Но, судя по всему, уже понятно, как это происходило, да? Не доверяете своему провайдеру? Вот вы знаете, меня удивляет, как организации намеренно нас успокаивают, а мы на это ведемся. Да? Когда я говорю, зачем это нужно, если я открываю свой провайдер, нажимаю удалить историю, история удаляется. Нас успокаивают почему? Удаляется с нашего компьютера. Но не более. А дальше она сохраняется, так же, как вы ходили с первого дня, как вы пользуетесь интернетом. Как вы думаете, прослушивают ли ваши телефонные звонки в данный момент? Я был как-то на встрече, это было лет 5 назад. Мы заехали в какое-то место, все телефоны оставили в машине громко включили музыку, а на улице разговаривали. Понимаете, да, для чего это делается? И снова-таки, мы не планировали глобальный терроризм. Мы разговаривали о бизнесе, о идеях, о какой-то личных моментах, которые мы не хотели, чтобы были доступны кому-либо. Кайрос является решением этих проблем, и сразу вы поймете почему. Первый сервис, который мы предлагаем сегодня нашим пользователям, это Кайрос Mail. Что делает Кайрос Mail? Шифрует наши письма, гарантирует абсолютную конфиденциальность, 100% анонимность, удобство и простота использования. Да? В принципе, тот же самый сервис, к которому мы привыкли, только с единственной разницей, что никто наш сервис не читает и не взламывает. Да? Еще один очень интересный момент, кстати, тоже стал неизвестным от Алексея, это то, что даже после того, как я удаляю все свои письма, они с сервера моего поставщика сервиса не удаляются никогда. Друзья, никогда. То есть там присутствует даже мое письмо, которое я вообще в первом своем провайдере когда-то написал 100 тысяч лет назад. Да? Второй очень интересный продукт – это Kairos Disk. Kairos Disk сегодня – это защищенное пространство, универсальность и доступность, адаптивность под устройство и синхронизация. Очень удобный элемент, на мой взгляд, потому что те сервисы, которыми я сегодня облачными пользуюсь, то на мой взгляд, как пользователя, Kairos Disk намного удобнее. Более того, можно хранить и синхронизировать контакты. Следующий продукт – это Kairos Surf, то есть это безопасный выход в интернет, защищенный интернет-серфинг, анонимная сеть для передачи данных, минимизация риска анализа трафика и замена традиционных VPN. Да? И очень желаемый продукт, я знаю, что я уверен, что как только он появится в ближайшем будущем, это будет следующий старт на кривой роста нашей компании, это Kairos Phone. Безопасный телефонный сервис, анонимность звонков, одноразовые ключи шифрования, защита от прослушивания и простота использования. Единственное, что нам нужно сделать, это вот понять вот это, coming soon. Coming soon означает, что появится это чуть позже.
Но не, знаете, как в сетевом маркетинге, чуть позже означает через 5 лет. Нет. У нас чуть позже означает в течение нескольких недель. Пакеты, которые на сегодняшний день предлагаются нашим партнерам, их всего 4. Первый – это стандарт. Стандартный пакет стоит $125. Мы его рекомендуем для людей, кто любит жить стандартно. Да, то есть, ну, как бы ровно еще. Ничем не рискуя, и при этом ничего особенного не приобретая. 15 гигабайт дискового пространства пользователь такого пакета отдает в распоряжении компании. 10 часов в сутки он должен быть в эфире интернета. Действует пакет год. За то, что вы отдаете 15 гигабайт и 10 часов в сутки этот компьютер находится в интернете, компания выплачивает вам $312.5 в течение года. Да? То есть, в принципе, за использование вашего сервиса. Более того, в этом пакете включен сервис под названием Kairos Mail. Следующий пакет называется Silver. Он стоит $597. Необходимо отдать в использование компании 70 гигабайт дискового пространства, 10 часов в сутки находиться в интернете, период действия пакета 1 год, за использование вашего ресурса компания выплачивает $1492.5, и в этом пакете включены Mail и Kairos Disk. Третий пакет называется Gold, его цена $1577. 180 гигабайт дискового пространства необходимо, 10 часов в сутки, год период действует. За ваш ресурс компания выплачивает вам $3942.5 пассива. И в этот пакет включены уже 3 из 4 наших продуктов. И финальный пакет, он Platinum называется, у нас стоит $2777, 320 гигабайт необходимо распределить с компанией, 10 часов в сутки мы должны находиться в интернете, год действия этого пакета, за использование вашего ресурса компания выплачивает $6942.5, и что интересно, все продукты включены в этот пакет. Если подытожить, вы заметите, что наши пакеты отличаются ценой, количеством гигабайт, пассивными деньгами, которые мы получаем, и продуктами, которые включены в эти пакеты. Что, на мой взгляд, интересно, это то, что на любой карман и на любой компьютер компания предлагает решение. Нужно отметить, что в маркетинге пакет стандартный не квалифицируется, но об этом чуть позже. Откуда берутся деньги у компании для того, чтобы выплачивать нам 250%? Компания использует ваш компьютер, ваше электричество, ваш Wi-Fi, интернет, и при этом собирает гигабайты от вас, создает свой продукт, этот продукт продает, получает деньги, с этих денег 250% уходит на выплату вам за то, что вы нам предоставили этот ресурс. Все справедливо, честно и по-братски. Почему важен сам рынок? Вы знаете, первое, что меня удивило, статистика 2012 года, это то, что в 2012 году уже 9 миллиардов устройств были подключены к интернету. Да? Что более всего интересно в статистике, это динамика. 50 миллиардов устройств будут подключены к интернету в 2020 году. Это при том, что вы понимаете, количество населения в два раза не увеличится до 2020 года. Да? 90% данных мира создано в последние 2 года. То есть, чтобы вы понимали, насколько население, насколько организации, корпоративные клиенты используют сегодня тоже дисковое пространство. 90% данных за последние 2 года. Статистика предыдущая, выше указана в слайдах, говорит о том, что эти проценты будут увеличиваться с года в год. И среднегодовой рост объема данных составляет 78%. На 78% будет расти рынок, который мы с вами обслуживаем. Почему важен сам рынок? Здесь указано на этом графике, как используется сервис, как платформа, как софтвер или как инфраструктура. Для меня интересная цифра в том, что $47.4 миллиарда это в 2013 году составляло, $107 миллиардов прогнозированный рост на 2017 год. Снова-таки интересная цифра, это весь объем рынка. На 2013 год это было $3.6 триллиона долларов,
на 14 это 3,7 триллиона. Интересно, это устройство как система, это IT-услуги как система, и это услуги связи, где мы с вами, в принципе, представлены полным объемом. И вопрос, в принципе, к вам. С существующим продуктом, с предполагаемо успешной сетевой программой, хотели бы вы получить возможность обезопасить свою семью? Вот есть желающие в зале? Есть. Повысить качество жизни. Получать признание. Заводить новых друзей. Да, мы вчера это уже решили, что в принципе все, кто приехал в этот зал, нас сейчас в зале на камерах не видно, около 700 человек. И представьте, что все мы сдружились. Жить более свободной жизнью. Помогать другим людям. Есть желающие? Заметьте, их всегда меньше, чем тех, кто желает повысить качество жизни. А все же добрые, да? Кайрос – это бизнес-модель 21 века. Что интересно в этом и почему мы смеем говорить о пунктах предыдущего слайда? Потому что на сегодняшний день компания работает в следующих моментах, очень важных. Еще предисловие, перед тем, как я их прочитаю, нужно знать, что есть так называемый Оксфордский квик-тест. Оксфордский квик-тест разработан лучшими специалистами экономики и бизнеса в 20 веке, и до сих пор он не менялся. И что интересно, всего 5 пунктов есть в этом Оксфордском квик-тесте, через которых провести можно любую бизнес-модель, бизнес-возможность. И если отвечает всем пятерым пунктам, то это обречено на успех. Как вам такой тест? Компания Kairos позволила себе дописать еще 2. Ну, чтобы наверняка. Первое – это тренд. Если продукт, если компания работает в тренде, то, в принципе, все в порядке будет. IT-услуги как направление, как рынок, мы с вами говорили в слайдах выше, да? Продолжительный рост 25-50%, 78% рост на рынок облачных данных и тому подобные цифры. Интернет как тренд, мы с вами обсудили это с самым первым слайдом. Знаете ли вы кого-нибудь, кто не пользуется интернетом? За всю мою жизнь, я на сцене стою уже более 8 лет, один раз нашелся человек, который поднял руку, что он не использует интернет. Мы в перерыве сразу его вылечили и показали ему все. Сообщество. На сегодняшний день сообщество как тренд лучше всего показан как раз в социальных сетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Ивив, Twitter, LinkedIn и тому подобное. Да? И что мы можем сегодня об этом направлении сказать? Статистика. 70% мирового маркетинга, мирового инструментария в маркетинге сегодня находится в социальных сетях. 70%, друзья. Я уверен, что экономисты лет 10 назад и 5 центов бы на этот рынок не поставили. Монополия. Самый удобный элемент в бизнесе. Если то, что ты делаешь, монопольно, то, в принципе, ты сам можешь даже решать, сколько оно стоит. Да? Мы все с вами знаем, что, в принципе, бриллиант не является самым дорогим камнем. Да? В чем проблема? Проблема в том, что есть всего 3 шахты, где его можно добыть, и все 3 шахты в одной семье находят. Все. И они решают, сколько продавать. Это неисчерпный в этих шахтах ресурс пока. Его можно добывать там тоннами. Но они добывают чуть-чуть, и главное красиво обработать, и поэтому цена такая, как мы решим. Компенсационный план. Друзья, все зависит от компенсационного плана. Потому что если мы будем говорить, что продукт классный, и вообще очень нужный, и все хорошо, и смотрите, какой он монопольный, и как он занимает свое место на рынке, и как мы его красиво упаковали, и как легко к нему добраться, и насколько он удобен. Но если мы за это не будем получать деньги, никто из вас его рекомендовать не будет. Правильно? Правильно. Второй момент, что очень важный, почему сегодня я вижу интерес представителей нетворк-маркетинга к компании Kairos, это то, что они могут быть спокойны за своих партнеров. То есть сегодня партнеру Kairos предложить другую компанию, ну зачем?
там, понимаете, допустим, там, амбассадор зарабатывает 2 миллиона долларов в месяц, и к нему приходит какая-то компания и говорит, давай ты будешь первым. Давай нет. Да, то есть есть исследование, что в принципе идеальной зарплаты не существует. Да, тем более тот, кто женат, знает. Не бывает идеальной зарплаты. Но есть сумма, она в 50 тысяч долларов ежемесячного дохода входит, когда ты уже не знаешь, что делать с деньгами. И тут представьте, вы там лежите там, на пляже, у вас капает ежедневно 250 тысяч долларов там, приблизительно, да? И тут к вам подходит, говорит, слушай, компания классная такая, продукт вообще супер, подписывайся. Понимаете, к чему я веду? То есть вот эти нюансы меня лично успокаивают очень. Когда маркетинг-план на уровне находится. И у нас сегодня задача с ним разобраться. Партнерская программа. Вообще я люблю все, что связано с партнерскими программами, потому что я люблю слово рекомендации. Я вообще люблю рекомендовать. И очень люблю, когда мне рекомендуют. Я, в принципе, очень редко бываю даже в ресторанах, которые мне не рекомендовали. Благо, у меня есть друг Владимир, который знает лучшие рестораны и Европы, и Украины, и России. И он мне говорит, туда можно идти. И я знаю, что там будет вкусно, классно, качественно, меня обслужат нормально, и я довольным поеду домой. Правильно? То есть это важно. Потом, что важно? Вот все видели фильм «Волк из Уолл-стрит»? Все видели? Есть кто не видел? Есть. Вы не видели, да? Друзья, вот честно, один из лучших фильмов в этом году, если не лучший. Красивые актеры хорошие, съемка великолепная, в прекрасных тонах отснято и очень-очень положительные эмоции вызывает. И главное, посмотрел фильм и уже хочешь идти что-то делать, что-то менять в своей жизни. Посмотрите. Как вы думаете, мне за эту рекламу заплатят? Я вам только что продал фильм, вы его посмотрите, мне за это не заплатят. А мы это делаем, заметьте, ежедневно. Поэтому я рекомендую ничего в жизни не менять. Просто рекомендовать то, в чем вы уверены, и что вам действительно нравится, и с легкостью это передать дальше. А компания Кайр за это обещает платить деньги. Как вам такой союз? Окей. Итак, почему компания выбирает Network Marketing как систему продвижения? Во-первых, это сам оборот. На сегодняшний день 167 миллиардов долларов в год создает Network Marketing в оборот в мире. Очень важный потенциал – это 8,5% ежегодного роста. 70% работников отрасли оценили свои достижения как хорошо или очень хорошо. Кто такие 30, знаете? Есть часть сетевиков, которые зарегистрируются, месяц дома сидят, никому не рассказывают. Потом через месяц приходит их спонсор и говорит, ну как? Он говорит, ты знаешь, этот бизнес не работает. Кому не рассказал? Кошки, собаки. Никто не подписывался. Да? Что я замечаю? Чем больше я об этом говорю, тем больше людей регистрируется. Поэтому я намерен об этом говорить. 84% сетевой маркетинг достиг или превзошел ожидания. Помните, я рассказывал анекдот, как бабушка с внуком гуляет по набережной в Майами, представим, да? И идут, смотрят красивый дом такой, двухэтажный, подсветка, машины правильные припаркованы. И говорит, бабушка, а кто это? Внучок, это сетевики. Идут дальше, еще побольше, дом красивый, ландшафтный дизайн, прям со двора видно, правильные машинки, вертолет на крыше припаркован. Да? Бабушка, а кто это? Это сетевики, внучок. Бабушка, а почему у нас этого нет? А мы в эту хрень не верим. Понимаете? Поэтому давайте туда не относиться. Сетевой маркетинг сегодня демонстрирует самое большое в мире появление миллионеров вообще в принципе. Это, кстати, тоже можете проверить в интернете, естественно. Что нового в Кайрос? Первое, это прямой маркетинг, который на сегодняшний день в процентном соотношении бьет все рекорды.
сильнейший стартап маркетинг, как в принципе новое решение, и это решение эксклюзивно компании Kairos, сегодня мы будем об этом говорить, самый прибыльный многоуровневый маркетинг, у нас на средних уровнях проценты выплачивают уже больше, чем в принципе весь маркетинг других компаний, немедленные пассивные доходы, мы с вами говорили о них в пакетах, да, matching бонус, бонус поддержки руководителей, бонус поколений и whirlpool бонус. Это все вместе формирует доходы, которые мы будем сейчас с вами лицезреть. Почему у компании появляется возможность создать такой прибыльный маркетинг? Первое, компания не тратит денег на производство. У нас его в принципе нет. Второе, мы не тратим денег на логистику. Потому что логисты это мы с вами, понимаете, да? Мы не тратим денег на амортизацию, и мы не складируем наш продукт. Поэтому за счет этого экономится сумасшедший фонд, и компания может выделять 60% в сеть своим партнерам-дистрибьюторам. Карьерные уровни. Вообще мне очень эта вот штучка нравится. Если поглагольствовать в переменке, то я даже объясню, что я в ней вижу. От 3 до 30% выплачиваются поуровневые бонусы, или они же называются многоуровневые, или они же называются бонусы глубины. Первый уровень достигается, когда мы в первую линию пригласили всего 3 людей. 3 человека пригласили и стали сразу ассистентом, у нас 3% глубины, мы уже квалифицировались. Что важно, что в первую линию, кого мы приглашаем, с их регистрации мы получаем 15%. Это прямой бонус. И согласитесь, он один из самых высоких в мире. Мы сейчас говорим не о прямолинейном сетевом маркетинге. Менеджер – это когда у наших 3 партнеров появились тоже по 3 партнера. То есть что мы делаем? Копируем все, все дублицируем. Да? Но что интересно, здесь включается бонус под названием стартап. Стартап выплачивает со второй линии 10%. Невиданная щедрость на начальном этапе. Следующий уровень называется senior manager. Это когда один из наших партнеров повторил нас. Вспоминаем классический маркетинг. В классическом маркетинге, когда это происходит, нам перестают платить деньги. А здесь это квалификация. Ну что, если все 3 человека достигли этого уровня, это следующая квалификация. Называется мастер, 10% бонуса глубины. Следующий уровень, когда у нас 6 таких мастеров появилось под нами. Этот уровень будет одним из самых признанных в компании. То есть человек на уровне executive, это уже тот человек, который располагает большой командой, большим пассивным доходом и очень большим активным доходом. Да? 6 человек. 15% глубинного бонуса. Как только у нас появилось 3 человека, которые квалифицировались на уровень executive, мы становимся founder executive и получаем уже 17% бонуса. Как только все 6 стали executive, мы стали консулом. Как приятно назвала компания уровня, да? Консул, который получает уже 20% глубинного бонуса. Появилось у нас 3 консула под нами, мы стали фаундер-консулом. Есть 6 консулов, мы стали амбассадором. Есть 3 амбассадора, мы фаундер-амбассадор. Все 6 достигли амбассадора, мы шиф-амбассадор. Мы вчера разговаривали с руководством, я об этом говорил. Есть возможность формировать дабл-шиф-амбассадор. Представьте. Нам нужно 12 амбассадоров? Или... Да. Или 6 этих? Нет, 12 амбассадоров. Matching бонус, что такое? 1% от дохода всех партнеров структуры мы получаем с уровня executive. Выплачивает 5 поколений глубины, компрессируя при этом неактивных партнеров. Что это значит? 5 человек под нами, 3 не зарабатывает, значит мы считаем 6-го. Понимаете? Если 5 человек под нами, 4 не зарабатывают, мы считаем 6, 7, 8. То есть в любом случае, с человека, который получает деньги, мы получаем свой процент. Бонус поддержки руководителей. Для чего он нужен? Как только мы стали на уровень executive, да, мы квалифицировались на этот бонус. И представим, что один из наших партнеров достиг уровня executive. В классике это означает крах. Все, мы не получаем деньги.
И мы начинаем там еще что-то работать и тому подобное. Чтобы было хотя бы 3, чтобы мы на Founder Executive вышли, да? Здесь компания говорит, мы выплачиваем вам даже с этой линии. Пожалуйста, спокойно выращивайте, взращивайте свои других лидеров-партнеров. Пока не достигнете 3. Потом этот бонус выключается, включается новый уровень Founder Executive. Если вас догнал Founder Executive, снова этот бонус включается. Поэтому он так называется. Бонус поддержки руководителей. У вас не будет ситуации, которая сплошь и рядом наблюдается с классической системой маркетинга, где ваша нижняя линия зарабатывает 150 тысяч долларов, а вы 20. Окей. Бонус поколений. Это революция. Почему-то, проанализировав сетевой маркетинг в классике за последние 40-50 лет, есть такая статистика, она доступна и вам, в чем основная проблема? Всегда есть 2 человека, которые Бэтменом называются. Да? То есть вдвоем, которые начинают регистрировать большую массу людей, они вас очень сильно поджимают, и у вас начинается перевес. Знакомо? Знакомо. Что в этом случае говорит компания? Мы готовы выплачивать с этих 2 линий по 1%, если их суммарный оборот не превысит 70% с вашего 100% оборота. Справедливо? Более чем. А вы, пожалуйста, уже потрудитесь эти 30 положить рядом, потому что 1% от оборота, если вы консул, а под вами 2 консула, это в районе 120-150 тысяч долларов в месяц. Я за эти деньги готов в Сеул поехать строить сеть. Whirlpool бонус. 1% от квартального мирового оборота распределяется в виде подарочков для лучших партнеров структуры на семинарах компаний, в зависимости от их вклада в этот оборот. Разрешите выдержать паузу и лучше показать, чем сейчас убрать у вас возможность порадоваться сюрпризу. Хорошо? Продуктовые доходы. Я уверен в том, что большинство больших лидеров будут переходить сюда даже не из-за маркетинга, а из-за этого. Да? Потому что самый большой вопрос, который нас с вами всегда волнует, это тот, что они выплачивают ли компания только с регистрации. Правда? Ну, на самом деле, любой здравомыслящий, математически подкованный человек это задаст этот вопрос. И мы говорим, ни в коем случае. Если у вас получилось за 2-3 года выстроить сеть в 10 тысяч человек, и вот она остановилась, все. Ну, вот все заработали, что хотели, получают все. Никто не приглашает больше никого. Но в любом случае получаем с вами продуктовые доходы. Все что будут пользоваться почтой, телефоном, будут пользоваться дисковым пространством, интернет-серфингом, еще многими-многими продуктами, которые появятся в нашей компании до достижения того, как вы построите структуру в 10 тысяч человек. И вы находитесь на пассивном доходе, потому что люди звонят, пользуются почтой, а вы получаете деньги. Нравится вам такая идея? И что очень интересное, забегаю наперед, хотя это больше касается следующего моего выступления. 10 тысяч человек через год что сделают? Купят пакеты. Вы на одну секунду представляете, что вы годичный доход получили в день? А? Итак, давайте посмотрим среднемесячные доходы партнеров компании Kairos. Доходы основаны на исчислениях по модели. Если из 100% продаваемых вами пакетов 33% маленький пакет, 33% средний и 33% большой. То есть, если вы умеете продавать только большие пакеты, умножайте эти суммы на 3. Хотя, может, и не надо даже.
От 750 долларов, это мы посчитали вообще минимальный ленивый ассистент должен получить, до 4 миллионов 430 долларов, если, поймите правильно, если человек вышел на этот уровень, он уже это получает минимум. Понимаем, да? Так вот, что интересно, это то, что глубина маркетинга называется. На сегодняшний день человек, который является самым большим чеком в мире сетевого маркетинга, зарабатывает 1 миллион 360 тысяч долларов в месяц. Да? Это в системе, которая называется бинарная, и под ним весь мир. То есть еще одного такого человека в этой компании быть не может. Здесь, кто разбирается в классике 10-я ваша глубина может в 3 раза больше вас зарабатывать. И это нормально, я считаю, справедливо. То есть здесь, в принципе, никаких преград нет. Здесь не учтены, абсолютно не учтены ваши доходы продуктовые. Мы предлагаем получать вашу прибыль любым доступным вам способом, любым удобным вам способом. Кто уже, у кого уже была возможность открывать наши офисы, вы видели, мы позволяем выплачивать ваши комиссионные любым абсолютно методом. Но в принципе есть и целая единая система выплат компании. Это британская система ассоциация e-payments. Почему мы очень ее любим и ценим? Потому что это эмбассированный чипованный MasterCard, который работает во всем мире, так как система MasterCard поддерживает. И что интересно, что в принципе открытие такой карточки не нарушает ни один закон ни одной страны мира. Это главное. И второй момент, что обслуживается в банкоматах всего мира за смешные деньги. Там вроде $1.5 от суммы снятия, не даже не процента. И третий очень интересный пункт, что она обладает максимальной секретностью, гарантирована королева Елизавета в 98 году. Как вы видите себя с нами? Первое. У вас есть золотой завод, нефтяная скважина. И вам не нужны деньги. Но интересно пользоваться продуктом, потому что я созваниваюсь с друзьями, я пишу письма, мне нужно где-то хранить информацию. Пожалуйста, пользуйтесь нашим продуктом. Строить наш бизнес совершенно не обязательно. Второй момент. Я хочу рекомендовать услуги компании, получать дополнительный доход, но при этом не становиться каким-то зависимым от этого или там не бросать свое основное место работы, потому что родители учили, что нужно работать на стабильной работе и получать 2000 гривен. Но при этом я могу рекомендовать там. Пожалуйста, делайте это. Или третий вариант, который в принципе и я, и система образования, и компания Kairos, и руководство рекомендуем. Это то, что я хочу построить международный бизнес с помощью услуг компании Kairos. И изменить качество своей жизни. Именно качество. Да? Мы предлагаем для всего этого стать одним из первых партнеров Kairos. Сегодня у вас есть уникальная возможность это сделать, потому что, акцентируя внимание на русскоязычном рынке, мы просили руководство компании приехать к нам и, в принципе, начать пристарт компании с нами, чтобы подготовить лидеров. И, в принципе, такой возможности, как сейчас у тех, кто сидит в этой комнате, нет ни у кого в мире. Или вы можете этого не делать, стать пассивным наблюдателем этого процесса, и через год, когда у нас в компании будет 1,5 миллиарда пользователей, кусать локти. Как Kairos поможет вам в вашей карьере? В первую очередь, это уникальными и конкурентными продуктами. Второе, это потрясающим компенсационным планом, в этом мы убедились, и сейчас разберем его по частям в следующей части моего выступления. Информированием вас и вашей структуры о новейших достижениях. И четвертое, презентациями видео и аудиообучающими материалами. Но для всего этого, и что еще нужно, это система. Готовая система ведения бизнеса онлайн, поддержка лидерской команды, презентация, вебинар и автовебинар, система тренингов, полная информационная поддержка, коучинг и планирование каждого лидера. Всем этим занимается Kairos Education. Это компания, которую основала компания Kairos для того, чтобы нас с вами вести по лидерской дороге. Хотел сказать тропе, но я уверен, что мы ее очень быстро сделаем в highway. Поэтому присоединяйтесь, мы знаем, что и как делать. Мы научились не следовать трендам, мы научились их создавать. Я благодарю вас за внимание. Мы переходим к следующей части, а телезрителям до свидания.